Выступать на соревнованиях такого масштаба для ленинск-кузнецких кикбоксеров – дело не новое. Вот и на этот раз в Башкирии в составе сборной Кузбасса среди клубов выступали ребята, которые неоднократно становились победителями и призерами не только российских первенств, но и турниров мирового уровня. Эти ребята уже у нас обкатаны, они выступали на Сибирском федеральном округе, то есть и на первенствах России уже выступали на общих. Вот Святослав у нас победитель первенства России, а остальные ребята там призеры и победитель Сибирского федерального округа. То есть они довольно-таки опытные. Для ленинск-кузнецких кикбоксеров необычность этого первенства была еще и в том, что в двух весовых категориях встретились одноклубники. В весовой категории 45 килограммов боролись Кирилл Григорьев и Егор Капнин. В весе 39 встретились наши Игорь Соловьев и Егор Прохоров. Было три боя. В третьем был со своим он тоже, мы провели по два боя и сошлись, потому что мы выиграли по двоих соперников. В третьем бою было тяжело, сначала было одинаково, в третьем раунде я немножечко вырвал победу. Результатом доволен, бой был один, парень был из Амурской области, было четыре контакта, первый контакт лоу-кик, второй фул контакт, также на татами рядом были у нас Сэмми и Лайт Контакт. Результат ленинск-кузнечан на российском первенстве. 4 первых, 3 вторых и 2 третьих места. Каждый турнир – это прежде всего отбор, и наши кикбоксеры достойно выдержали испытания. 7 спортсменов нашего города по результатам старта в Башкирии получили путевку в Венгрию на Кубок мира по кикбоксингу.